На повестке дня меры поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях, работа с инвесторами, а также перспективы развития кооперационных связей и импортозамещения. Варианты разные, но последнее слово все же за руководителем региона. Надо, конечно, установить правила игры, прозрачные, понятные каждому инвестору. Но все равно каждый проект, он так или иначе индивидуален. И возникают самые разные вопросы, самые разные проблемы. Поэтому я еще раз подтверждаю то, что все инвестиционные проекты будут у меня на личном контроле. Как я говорил, с коллегами договорились, они мне сейчас готовят весь реестр. Он будет у меня и на стене перед глазами всегда, и на столе. И дальше мы просто организуем уже ряд встреч со всеми заинтересованными странами, где будем отслеживать ситуацию. Торгово-промышленная палата мониторит внедрение инвестиционного стандарта 2.0 во всей России. Рязанская область тоже активно его внедряет. Причем президент Торгово-промышленной палаты считает, что наш регион в этом самом внедрении самый успешный. Однако ключевой темой заседания стал семейный бизнес. В перспективе подготовка мер поддержки для бизнес-династий. Первое, что нам надо с вами сделать, это вообще-то определить, что такое семейный бизнес. У нас нет с вами юридического понятия. Да, у нас вот сейчас подготовлены, будут приняты в двух регионах законы о региональный закон о семейном бизнесе. Очень надеемся, что третьим будет регион Рязанской области. Создание в регионе центра семейного бизнеса – шаг важный и необходимый. Под патронажем Торгово-промышленной палаты России в Рязани готовы создавать целые династии предпринимателей. В нашем случае семейный бизнес – это семейные пасеки в Чучковском районе Рязанской области, которые существуют со времен нашего прадеда уже более 80 лет. Это семейное дело, это взаимоотношения внутри семьи. Для потребителя это понимание того, что люди занимаются этим делом уже не одно десятилетие, а значит, они эксперты в своем деле, значит, они делают качественный продукт, можно не бояться пользоваться им или, как в нашем случае, кушать мед. Максим Люлюкин из Скопина говорит, что залог успеха семейного предприятия – качество продукции. А делать плохо для своих, да еще на своей земле, просто оскорбительно. Живя в Скопине, изготавливая выпечку для местных, он отвечает в первую очередь своей репутацией. Предприятие было создано моим папой. Соответственно, я продолжаю этот семейный бизнес. Сейчас вот пытаюсь своих детей вовлечь в это. У меня двое сыновей. Вот старший поактивнее, младший тоже старается помогать. Но для нас это, так скажем, это наша жизнь. Форум, логическое продолжение презентации ключевых инвестиционных проектов Рязанской области и достижений промышленного и туристического потенциала региона, которое состоялось в октябре минувшего года в Торгово-промышленной палате России. В программе сессии по вопросам импортозамещения, дискуссии по лучшим практикам развития бизнеса, B2B-встречи и переговоры с участием Торгово-промышленной палаты, делегатов других регионов, инфраструктуры поддержки и предприятий Рязанской области. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».